Добрый день. 6 июня в этом году у нас будет очень интересный гость. Это доктор Альбина Триака. Это челюстно-лицевой хирург, у которого практика в Цюрихе, в Швейцарии. Это доктор, который предложил Винг-Чин. Это папа Буратино. Ну, есть папа Карло, который придумал Буратино, а есть папа Альбина, который придумал такого же человечка с подбородком. На последних мероприятиях, которые у нас проходили, огромное количество вопросов, посвященных этой очень интересной, очень модной методике. И в настоящее время, ну, Альбина не очень активный лектор, но нам удалось его уговорить, и я уверен, что это будет интересно. У него очень много идей, помимо Винг-Чина, у него еще очень много интересных идей. Это касается вопросов контурной пластики, касается вопросов восстановления носового дыхания, замечательные наблюдения пациентов с расщелинами, свой компрессионно-дистракционный аппарат мультивекторный, который он продвигает, и сейчас ведутся переговоры о том, что компания Conmed будет производить это изделие в России. Очень интересный человек, такой Самоделкин, но это не просто Самоделкин во имя своего рукоделия, а это Самоделкин во имя идеи. И его идеи во многом, они очень интересные. Поэтому я уверен, что это будет мероприятие, которое того стоит.